Знаешь, когда я пить начал? Когда? В 91-м году, когда приехала Металлика, ACDC, ну, вот это. Куда? В Орел. Это... Какой Орел, ёпта? В Тушино, ёпта. Это 17 лет было. Да. Ну, а я, ты, Слав, с Рэмбой. Я там не это. А еще был прикол, короче, Рэмбо. Представляешь, блядь, с Орла едем, а у Рэмбо, блядь, тележка вот эта вот, ну, как бабушки нахуй. Ну, понял, бы. Сумочка. Да. А у него фляга захуяченная, ёпта. 40-литровая. Гря-гря, ёпта. А у него на цепи еще, блядь, кружка такая припиздяченная, ёпта, такая. Представляешь, в парк Горького, ну, заходим, да. ёпта. А там все металлисты, блядь. Металлисты, вот это слово наливай. Вот, и раз, хуяк, заходим, блядь. И все, сука, волосатые какие-то, перца, блядь. Перца ему побольше. Не надо мне перца. Нет, давай. Не надо мне перца, я кактус съем, ёпта. Чисто. И хуяк съёптать. И все, не было раньше, да, банданов вот этих вот, ёпта. Бабкины платки у всех, нахуй. Бабкины платки? Да. Металлисты в бабкиных платках, шарях. Накинуто не было. Там, ебать, зеленые какие-то, страшные, нахуй, ёпта. Ебашим, блядь, ёпта. В этом метро ебучим, ёпта. Пиздец. Вообще народу нету в Москве. Все, блядь. Все там. Все там, ёпта. Приходим, блядь. Все в шалях, все там. А в то время, блядь, ну, пиво в банках, ну, в диковинку было. Это редкость была, конечно. Да, хуяк. А у них там Юпайлер пиво. Ёпты, как полезли, блядь, ёпты. Козырное югославское пиво. Бухануть не надо. Надо, чтобы вот с пивом с этим, блядь. С баночки. О, ёпты. Как Джеймс Хэтфилд, нахуй, ходить, ёпты. Ёпты, пиздец. Ну, ты попил хоть пиво это? Конечно. Сколько я тоже много его в свое время попил. Ну, у меня было 25 рублей по тем деньгам. Ну, это нормально было. Это было пиздец. Нормально. Ёпта. Если 3 рубля, за 3 рубля можно в ресторане посидеть, ёпта, побалдеть, ёпта. 5 рублей. Ну, да. Ну, за... Нормально. Ну, за 3 вот у нас, ёпта, в Сатурне, ёпта. Там жри, что хочешь, ёпта. Там все, блядь. Ну, да. Было дело. И за 25 рублей, нихуя себе, ёп. Нет, а нас... 25 рублей, да, тогда были деньги хорошие. Конечно, ёп. Я еще провалился, там крик еще такой, танки, хуяк, едут, ёпта. А я же их не видел никогда, я же в армии не был, ёпта. Смотрю, едут, ёпта, думаю, блядь, интересно, ёпта. Они везут, знаешь что, блядь, Кока-Колу, ёпта. На танках Кока-Кола. Привязанные сзади вот эти вот хуйни. Тележки какие-нибудь? Ну... Такие бочки, да. Ага. Я в эту бочку, там же все, блядь, ну, куртки снимают. Ну, понятно. Ельцин выходит, сейчас на сцену выйдет Металлика, ребята, не бейте милиционеров, ёпта. Да ну, нахуй. Банками трехлитровыми их, нахуй, ёпта, там пиздец. Да, конечно, ёпта. Какими банками трехлитровыми, блядь? Обычными. Ну, пиво пили раньше. А, пиво? Да. Разливное. Ну да, пиво-то пили, ёптать, раньше. И кого? Прям мусоров бедонь, банками трехлитровыми. Стоит вот эта хуета, ёптать. Ну, как это? Ну, колонка, блядь. Ну, но. Музыка ебашит, ёптать. Но. Вот, она высокая, где-то с двухэтажный дом. Ну, порталы дальнего боя, ну. Пацаны наверху, блядь, там куртками. Бля, хуярят, ёпт. Менты прям лезут, ёпт. Прям толпа оборачивается, эти трехлитровые банки полетели, ёптать, нахуй. Как орехи, нахуй, с них, блядь. Смотрю уже, блядь, со щитами лезут, нахуй, эти... В касках. Сферы одели, блядь, ёпт. Ну, да, лезут, ёпт. Чуваков снимать оттуда. Да. Эти, блядь, ну, нахуй, ёпт. И снизу еще атака, ёпт, нахуй, пиздец. Опять эти банки, хуянки, блядь. Под лошадей не попал ты там. Не, а не было. Не было, да были. Были, когда уходили, когда ACDC играла, вот, вот мы выходили, лошадь, пиздец, лошадь, ёпты. Зубастая. Я под ней пешком мог пройти, ёпты. Лошадь на ходулях была. Так, блядь, ёпта, еблет вот такой вот, думаю, блядь, укусит, сука, блядь, скальп снимет, нахуй. Лошадь на ходулях прошла. А они как выстроились, вот эти кони, нахуй, ёпта.
Как смешались, кони люди. Да. А мы между ними нахуй. Смешались. То есть Дучи должны идти. Ёпта мать, страшно, а все толкаются, блядь. Все. И Хэтвилл на коне ездит такой на гитаре там. Там самый заебись, конечно, Пантера, блядь, ёпта. Выступили, блядь, ебать, вот это ураган. Нахуй. Они грели Металлику, да, по-моему, Пантера? Пантера Эст, да. Да, да, они перед ними. Потом еще вот эти пидористическая группа, это как Black Rose, блядь. Может, Скидроу? Не, Black Rose. Black Rose играли. Ну, вороны они, блядь. Ну, типа грачи так. Задроты, нахуй, такие какие-то. А что, ты мне налил? Нет. Ну так ты как оттуда выбрался-то хоть? Как? Молча, на Курский вокзал. Вы же там порастерялись все по ходу пьесы. Да. По-любому. На Курском вокзале. Самое интересное, как мы туда ехали. Ну, это вообще пиздец. А что, ну в электричках что, добрались, небось, нет? Прекрасно ехали. Нас с Орла было только человек, наверное, ну, блядь, ну, человек 100, наверное, вот так вот где-то. Потому что половина ехала на этих, блядь. Ну, на третьих полках. Да, да, да. Куда? И в собачьих рундуках, небось, еще половина. Цыган отхуярили, ёп. Цыган отхуярили, ёп. На втуле, ёп. Втуле, блядь, хуяк. Помню, чувак такой, Тарзан, присаживается. И тульские тоже там. Металлеры. Металлеры. Тоже в шалях. Металла, блядь, там в шалях и платках, блядь. Все, блядь, в шипах. Все там, блядь, клепки, хуёбки, там, ёпты. Серьги, где только можно, нахуй, ёпты. Это еще туннелей-то она не было. А то бы и... Туннели. Там, блядь, ёпт, цепочка туннели. Вот так вот, вот нахуй, вот из носа, блядь. К уху. Вот сюда, к уху, блядь, там, ебать, уроды, блядь, страшные, нахуй. Этой цепочкой зацепишься. Я не щелю. Все ноты Лёня там Панк, оставили. Лёня Панк, помню, блядь, сидит, блядь, вернее, лежит он на верхнюю полку, прилег, эти берцы свои снимает, нахуй, эти гринды, блядь. Хуяк, а у него носки, блядь, дырявые, нахуй. И вонище, ебать, он как снял их, нахуй, там, блядь, запах, нахуй. Идет какой-то, блядь, ара, блядь, или кто. Эй, слушай, блядь, Вася, Мася, блядь, я тебе носки куплю, блядь, нахуй, ёпта, только, блядь, свои выброси. Цыгане идут, блядь, цыгане, ёпта. Ну, сначала бегут девочки. Ой, блядь, плачут, ёпта, что вы плачете, ёпта? У нас вот, блядь, последние деньги нахуй отобрали, ёпта. Кто? Да вот, бабы, нахуй, цыганки. Мы за ними с куликом. С куликом? Да, ёпта. Догоняем, блядь. Слышь, Чавелла, ком хир. Охуенный разговор, ком хир. Подходит, ёпта. Говорю, так, блядь. А мы в то время очень были наглые, ёпта. Вообще там... Борзые скорее. Ну да, ну по скинхедовству вот этому, поэтому, блядь, прикалывались, ёпт. Слышь, ты тварь, ёпт. Ты как, блядь, нахуй, девок? Детей мало. Да. На девку иди сюда, что твое? Короче, мы отобрали. И что, ее еще? Все. Все, и вон. Едет, короче, паровоз, а сзади цыганский табор с ножами. Она говорит, проклянул, блядь, ёпт. Подходит, а волосы длинные у меня были, блядь, ёпт. Выдирает клок волос. У, пизда тебе там, блядь, шаман, нахуй там, блядь, ёпт. Жить не будешь, сдохнешь через 2 года, ёпт, там, блядь. Запугала, блядь, ёпт. Я думаю, так охуительно, ёпт. Тварь кончена. Ну, за Металлику. За Металлику, блядь. Короче, не права была та цыганка. Жив ты и здоров. И здравствуешь.